И всем привет, на связи Сварливир Го. И в МСМ вышел трейлер, в котором нам показали. Первое, что нам показали, это двухэлементные монстры на Колизее песен. На них добавили еще костюмы. Мне особенно Набуду понравился. Такой темно-белый костюм. Ну и остальные прикольные. Наконец-то вышел новый остров, который как-то связан с эфирными. И нам показали этого монстра и силуэты остальных. Ну и кстати, этого монстра мы не видели у ютуберах. И кстати, помните его? Он выглядит вот так прикольно. А теперь мои предположения. Я думаю, это остров золота, но только с эфирными. Согласен, это выглядит немного не по-умному. Ну тогда что это? Я сам не знаю. Ну ладно, я на этом моменте закончу этот ролик, и всем пока.